Он все время ищет новые формы и однажды решает рискнуть. Ставит спектакль «Я играю Шостаковича». Музыка Шостаковича – романсы на стихи Саши Черного. На первый взгляд идея кажется сумасшедшей. Так называемый юмор не для всех. И вот когда он вышел первый раз, у нас была премьера, то его просто освистали. Пел он замечательно, работал он замечательно, но пришли люди, которые ждали от него совсем другого. Когда артист эстрады уходит со сцены под стук собственных каблуков, это трагично. Шифрин не сдается. В течение года, рекордный срок, делает вторую версию спектакля. Успех оглушителен. Ефим Шифрин выходит на ту самую сцену, с которой уходил под стук собственных каблуков. Он вернулся на нее победителем.